Участники компетенции «Кондитерское дело» сегодня готовят карамельные постаменты и муссовый торт. Многие из них студенты колледжа сервиса, где и проходит сегодня чемпионат. Дарья Радзивиловская участвует впервые, но в своем уровне мастерства уверена, подготовка к WorldSkills – настоящая работа. Тренировки сложные, по 8, по 9 часов в день. Ежедневно это все происходит. Пока мы не добиваемся результата, мы, конечно, это все не останавливаем. После достигнутого результата мы улучшаем. Здесь все очень строго. Ничто не должно отвлекать конкурсантов от задания. Разговаривать с ними нельзя, поэтому корреспондента на площадку не пускают. Работает только оператор в спецодежде. За всем следят эксперты. Вкус десерта – лишь один из пунктов в списке критериев оценки. Правильное соблюдение технологий готовки. Потом о том, как они работают с отходами, потому что экономическая часть тоже должна быть. Также, как они следят за том, чисто у них или не чисто. Стартуем! Прежде чем начать работу с моделью, в компетенции визаж и стилистика готовят место и материалы. Все как в жизни – это главная особенность WorldSkills. В визаже, кстати, сейчас не только девушки. У каждого участника есть наставник. Для экспертов важно все, вплоть до дресс-кода. У нас есть компетенция дресс-код участника, непосредственно как должен выглядеть профессионал своего дела, визажист-стилист. И за любое нарушение может быть штрафный балл. Пока здесь участник накладывает макияж, на соседней площадке запахло пирогами осетинскими. Их готовят по специальному рецепту. А в числе новых компетенций в этом году – летающая робототехника, сети фермерства, огранка алмазов. Чемпионат в этом году рекордный для Республики Татарстан. Это наибольшее количество компетенций, по которым когда-либо проходил чемпионат в Республике Татарстан. Это 257 компетенций. По сравнению с прошлым годом добавилось 21 новая компетенция. Международный колледж сервиса – лишь одна из 68 площадок регионального этапа WorldSkills. В этом году он проходит в 19 городах и районах республики. Победители войдут в сборную Татарстана и представят республику уже в национальном этапе в Саранске в следующем году. Лина Зинатульна, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.